Săptămâna trecută, canalul nostru a făcut deja un reportaj cu privire la faptul că lângă clădirea principală a Curții de Apel se plănuiește a se construi încă o anexă a ei. Mai mult decât atât, construcția va fi față în față cu două blocuri locative din apropiere. Oamenilor nu le convine acest lucru și protestează, iar conflictul dintre ei și reprezentantul construcției crește pe zi ce trece tot mai mult. Cu ceva timp înainte s-a hotărât ca lucrările de construcție să se oprească, însă astăzi au continuat. Rana bila, și noi nu успели посмотреть, смотрим уже они протянули красную ленточку. Как обычно, как с прошлой пятницы. У нас все началось с прошлой пятницы. Мы это все увидели, естественно, все поднялись и все вышли на улицу и начали спрашивать, что такое, опять начали. А перед этим, буквально вчера, наша делегата, которую мы, девочек двух, отправили к примару, отдали там письменно мы это самое, что мы против этой стройки, потому что не может быть стройка перед нашими окнами. Дело в том, что у нас пятиэтажное здание, вы же сами видите. Света у нас фактически вот с той стороны мало совсем, у нас елки большие, а теперь если нам поставят этот шестиэтажный дом, у нас вообще ничего не будет, никакого света и дышать нечем будет. Такой объект, который сегодня здесь хотят построить, он не должен быть расположен в спальном районе. Это немыслимо ни по каким нормам санитарным, СНИПам. Здесь дети гуляют, а здесь приезжают машины с оружием, преступников же ведь привозят сюда. Potrivit avocaților, reprezentantul construcției nu are toate actele necesare, nu a prezentat expertiză ecologică. Mai mult decât atât, conform datelor, unele expertize au fost făcute în 2013, însă pe acte este scrisă data de 2012. Locuitorii caselor susțin că expertiza geodezică nici măcar nu a fost efectuată. Сколько я знаю, достаточно компетентных источников, что никаких запросов в примарию по поводу геологических изысканий не поступало. Бурение, как вот написано в отчете, на 17 метров, это проводят специальные буровые установки, которые здесь бы любой жильцо бы видел, слышал. Этого не было, ну, как минимум, в ближайшие несколько лет. По генплану говорят, что есть скважины, но скважины это были сделаны еще в советское время, где-то в 79 году, когда строили дом вот этот. И здесь его хотели построить на 8 этажов, я слышала, но потом сделали на 5, потому что здесь плавучие грунты и близко грунтовые воды. Ну, я мкаутатым привунку дому Егор Враби, архитектору для притура ботаника, мкаутат унди сауфакут гаурли ди экспертиза геодезии, мкаутат конформ плану лу презентат, дечи все примештик о O gaură ar trebui să fie undeva la nivelul parcării, ori pe terenul de joacă a copiilor. Ne-am deplasat, nu am găsit niciuna. În ciuda energiei și nervilor pierduți, chișinăuienii nu au de gând să renunțe. Astăzi ei au mers din nou la primărie cu scopul de a obține permisiunea de suspendare a lucrărilor de construcție definitiv.